31 января, Санкт-Петербург, магазин Ретне. Сейчас будем распаковывать и осматривать. А кто ты у нас? Новую модель от Evolution, белорусы. Да, мы знаем, что это импортеры, но неважно. Белорусы есть белорусы. Evolution, легенда, ну, серый цвет. Коробочка объемная. Спинка там сколько, 86 сантиметров высотой. По моему так, мнению, это аналоги, ну, скажем, даже того же бренда Andaset, такой же стул есть, с такой же изогнутой спинкой, с такой же сидушкой, явно выраженными 90-градусной поддержкой. Поэтому стул не универсальный, подходит только индивидуально какому-то индексу массы тела. Еще раз повторю, не универсальное кресло. Давай, вскрывайся. Так, сразу мы видим. Что мы видим? Большие колеса трактора. Это визитная карточка Evolution. Такие колеса. Так, сюда их кинем. Да. Что, хочешь с Камеруном стать? Нет, да. Кто Камерун? Давай, значит, крестовина. Давай посмотрим, сварная, да. Сварная, да. Постоянно сварная, поэтому, ну, это не страшно, фурнитура уже хорошая, это они услышали нас. Крестовина сварная, мы можем вам поставить на алюминку. Можем вам поставить на алюминку примерно плюс 2000. О, цвет прям такой интересный. Да, вкусненький цвет. Блин, она здоровая. Ох ты. Так она как это, знаешь кто, это Шаркон 4 ГС. Да, помни? Да, да, большой, да, 4. Ну и Андерсет такой же есть. Вот именно такая же спинка. Вот это что за саблезубая белка, блин. Да какая-то там. А какая, ну надо же знать, что. Ну дизайнер там какой-нибудь что-нибудь покурил и нарисовал. Ну что ты, какая разница? Смотри, да. Ну, смотри, тут даже какая-то берючка у них. Мемори подушка. Да ну нафиг мемори. Да. А что, мемори? Ну-ка. Мемори. Ну-ка. Ну все, Evolution всех уделал. Все, надо закрываться, делать на Невском проспекте магазин Evolution и все. Да. Так. Ну это, конечно, они беспардонно стащили у моего любимого Керсуса. Вот многие спрашивают, на чем я сижу. Вот мое рабочее место, вот мой стул Керсус, вот от него подушка. Вот от него подушка. Давай и посмотрим. Вот оно, исполнение, да. Вот. Вот. Поэтому. Ну, видите, исполнение, да? Ну, ладно, простим ребятам из Беларуси. Ну, по крайней мере, скопировать хорошее, это не из плохой. Вот что-нибудь придумать адское. Ну, тоже вот, да. Адское это вон хватает. Не, ну в любом случае можно всегда взять, подарить там подруге, выкинуть ее, если она не нужна. Не, ну она прям. Да, знаешь, что по комплектации мы смотрим, мы видим мультиблок, флажки мультиблок другой уже, не такой, как вот стоит у, да? У Номана. Наверное, да. Разные комплектации. Ну, все равно придется проверять перед отгрузками всегда. Да, я сегодня разговаривал по телефону, значит, с собственниками Evolution, вот, они сказали, почему мы не говорим в своих обзорах, что это кресло выдерживает 150 килограмм, но я объяснил. 150 килограмм, вот мы опять же мебельный центр, мы магазин, к нам приходят люди 130 килограмм. Когда к нам приходят люди 130 килограмм, мы вот этот проход отодвигаем, чтобы они сюда могли пройти. Да. Человек с ростом, с весом 150 килограмм, он просто если вот облокотится на подлокотник, он их просто сразу туда вдавит в пол. Подлокотники Evolution достать, ставят все-таки бюджетные, правильно, ну, же? Да, да, технология у них удешевлена. Это, внешне они такие же, как... Пластиковый, да? Ну давай откроем. Потому что один из самых частых вопросов, почему стоит Nobel Chairs 50, там 49. Нет, подлокотники дорогие стоят. Точно? Дорогие подлокотники, да. Ну-ка, подожди. Дорогой внутренней системы. Шариковой. Да, такие же, как у Dextracer. Да. Да, такие же, как у Epic. Ну, только дорогой, что вот этот. Это дорогой подлокотник. Но он и тяжеленький такой. Да, дешевый подлокотник это вот он. Вот это уже другой подлокотник. Вот с такой кнопочкой это дешевый подлокотник. Ага, понятно. Значит, это ясненько.
Так, смотрим кнопочку здесь, кнопочку здесь. Видите, разные кнопочки. Ну, поэтому и комплектация, значит, разная, цена разная. Так, ладно, эту юбку подними. Сейчас. Тоже вижу черный металл, незакаленный. Не, ну если они сюда сделают закаленку, то стол будет 40 стоить. А, ну смотри, тут уже рама другая, да? Уже ну, это... все равно оно вот, это то же самое, 1,5 миллиметра. Ну, тонко, но здесь-то швеллер стоит. Швеллер, да, с ребром жесткости. Тройная, раз, два, три. Да, да. А здесь была двойная. Здесь ребра жесткости. Так, давай этот положим на пол сейчас сразу. Сюда. Чтобы самим не забыть. Так, смотрим здесь раму. Здесь, смотрите, одна продольная. Одна продольная. И снизу еще один швеллер. Без ребра жесткости. Вот. Да, просто без просто полоска. Ай. А здесь у нас... Так, а здесь у нас уже усиленная сидушка. Ну, здесь такая же продольная планка. Еще продольная планка с ребром жесткости. И еще одна а продольная тут случайно планка. Случайно не гайки заварили у них? Может, они переделали еще и каркас улучшили? Ну, это проверяется так. Нет, это не гайки, это метод прожига. То а, есть просто они прожгли? Ну... Да, прожигают и в окалине делают резьбу. Тоже дешевый способ. Ну, то есть протянуть можно, но все равно... Усердствовать в затяжении, сорвать резьбу здесь, очень здесь легко. Не важно. Здесь мультиблок. Главное вот эти механизмы, как делаются. Короткий газлив, как положено. Теперь это кресло не завышено, сидушка, не высоко, а короткое. Угу. Здесь менять ничего не надо. А есть сравнить? Рядышком у нас газлив какой-нибудь. Классно, сейчас посмотрим. Класс, класс номер 4. Ну все, 9.38, сейчас все уже... Положено. Так, ну сейчас будет потом второе видео, будем продолжать. Но первое впечатление очень good. Good. Evolution сделали работу над ошибками. Прям молодцы. Мультиблок хороший, усиленная рама. Подушечку резанули, как у меня. Ну, все хорошо. Модельки собраны. Легенда Omen доступна в тест-зоне. И Evolution Легенда. Что-то, конечно, сморозил, не то. Ладно. Тоже теперь доступен тест-зоне. Значит, сейчас пробежимся с рулеточкой по нему. Это пока уберем в сторону. Это тоже уберем в сторону. Так, глубина полтинник. От ограничителя до ограничителя, ну, грубо говоря, вот так, 43 с навалочкой небольшой. Плечи раскрытые, неважно, значит, какой тут у вас размер будет плечей. Кресло ваше проверили, осмотрели, то есть, в принципе, если не утвердили, мы готовы сейчас включили. 87 сантиметров высота спинки. Да. Смотрите, 51 сантиметр высота, это в минимальном положении. Минимальное положение 51 сантиметр, все равно высоковато. Ну, высоковато из-за гигантских колес большого диаметра, ну и самой пятилучья, потому что оно холмиком, все это дает вот плюс 10 сантиметров, который не всегда и не всем подходит. Так, дальше идут 4D подлокотники. Дорогой функционал, то есть не функционал, а внутренности у него дорогие. Угол наклона. А какой здесь угол наклона? Сейчас, секунду. Ну, угол наклона 135 градусов. Тут тоже, в принципе, 135 градусов. Ткань плотная. Вот, видите, какая плотная такая белка, саплезубая. Такое массивное все. То есть, ну, я думаю, любители такой эргономики найдут это кресло. Ну, опять же, предостережение, конечно, не покупать его вслепую. Вслепую, потому что вот этот изгиб в спинке, ну, как показывает практика, не всем подходит. Конечно, лучше в такие кресла примеряться. Обязательно примеряться, да. Даже так скажем. Обязательно примеряться. Ну, вот сейчас попросим нашего тест-товарища приземлиться. Что не сделаешь для родных покупателей. Ну, смотрите, да. Первое впечатление, кресло большое. Она такой же, как вот. Ну да. Acrasis Pro. Но здесь глубина побольше. 55 сантиметров. И все-таки здесь, вот смотрите, S-образная спинка явно выражена.
Я просто очередной раз говорю, блин, надо кресло мерить. Вот то, что сейчас я сяду, мне будет удобно, это абсолютно не говорит о том, что будет удобно и вам. Да, вам, именно вам. Так, значит, кресло комплектуется двумя... Вот они все. ...такими подушками. Опять же, спорные решения. Мы их не любим, я в них не сижу. Да, я тоже не люблю подушки. Вот, поэтому, ну, сними его, как она, с подушками. Ну, вот она с подушками. Вот и сядь в него, прям с подушками. Во-первых, это мембрин. У меня капюшон будет мешаться. Ну, вот так, нормально, да. Вот. Ну, опять же, я повторял, что эта подушка такая же, как от моего кресла. Все, я к ней уже привык. Вот. Моя подушка от моего кресла Кёрсус. Значит, производитель в дань уважения нашего магазина, значит, решили стыдить. Подушечку, да. Да, ее можно сделать так, можно сделать так. Но, опять же, я ей пользуюсь только тогда, когда я сел, когда мне все надоело, я включил мультиблок. И балдеет. Отделась назад, ноги на стол, вот. Вот, да. Думаю. Вот, когда я работаю, подушка мне не нужна. Так, у меня 106 килограмм, рост 178. Мне здесь нормально, не жмет. Не жмет. Ну, опять же, блин, вот я беру, сажусь рядом Эпик. Здесь как влитое получается, да, у него. Здесь я просто сел, как свои ботинки старые. Вот, да. Приехал на дачу, залез свои сапоги кирпичные. Привычные. И они как-то не было. Вот. Тут вот эта боковая поддержка. Вот. Ложится туда, куда нужно. И сюда вот эти ляжки, вот эти, блин, толстые ляжки, они прям сюда вот так вот ложатся. А здесь такого не получится. Этим и знаменит. Вы сюда сели, и как в блюдце, бух, вас аккуратно поддерживает. Если я когда буду толстеть до 120, мне будет комфортен там, вот этот Hero. И здесь тоже как бы нормально. Но если привыкнуть, то хорошо. Но я вот именно противник вот этих вот боковых ребер. Ну, многие противники этих боковых ребер. Мне симпатичен вот этот вариант. Ладно, смотри, 5 минут у меня осталось зарядки, потому что сейчас отключится, поэтому давай ну, все. Как бы вот. Да. Поэтому да. Наша рекомендация все-таки, конечно, померить. Кресло обязательно померить перед покупкой. Ну или обратиться к нам, постараемся что-нибудь по видеосвязи помочь что-то сделать.